Тут безопасно медитировать. Нужно сосредоточиться. Эй, Беди один? Я Кэл. Я в норме. Так, ищу кое-кого. Нет, не тебя. Мне нужен джедай, вроде как. Постой, ты знаешь, где джедай? Куда это ты? Эй, постой! Ты что, взломал ее? Спасибо. Вот хранилище, о котором говорила Цере. Там тот, кого я должен найти. Чувствую, там что-то есть. Вот это жучище. Искал яйца богликов, но стая дала отпор.
Здесь не пройти. Вот что Биди один имел в виду. Ладно, стоило тебя послушаться. О, привет, малыш. Есть идеи? Надо как-то преодолеть это пространство. По тросу? Вау! Ты знал, что это сработает? В смысле нет? Я понял, но мне бы хотелось тут кое-что осмотреть. Осторожнее там! Выглядит опасно. Тут прямо как на свалке. Тот, кто здесь жил, обустроил внутри склад для еды и припасов. Могу помочь. Что скажешь? Оп. Ладно. Ага. Так. Щуп слегка поврежден, но
Я поставлю тебя на ноги. Так, вставай. Вот как. И я в хранилище иду. Ну что ж, сперва надо как-то отсюда выбраться. Беди, я здесь не пролезу. Не переживай, я выберусь отсюда. Тесно, но попробуем. Я в норме. Это что, Стим? Ты полон сюрпризов. Мне лучше. Хороший дроид. Так, вторая попытка. Так, взбирайся. И как ты здесь очутился? Не помнишь? Мне не встречались забывчивые дроиды. Не поспоришь. О, ящик. Надеюсь, джедаи не против поделиться снаряжением. Нам нужно вон туда. Я чувствую. Thank you.
Ты отметил все места, где мы были? Я не смогу туда добраться. Нужен другой путь. Кто-то хотел добраться до хранилища с помощью этого. Иди один! Тим!
Ладно, я гляну. Не хочет работать. Проверим. Там что-то есть? Это не просто учитель. Да, путь труден. Порой кажется, это невозможно. Но упорство и сила помогут преодолеть любые преграды. У тебя все получится. Так, теперь двигайся ко мне. Быстрее, больше энергии. Еще. Хорошо, еще раз. Доберись до меня. Я смог. Упорство и сила и правда помогают. Просто вспоминаю старые трюки.
Покажешь снова тот короткий путь? Эту сумку кто-то привез с Корусанта. Ее владелец злился на совет джедаев. Здесь было место для медитации. Кого-то знакомого с орденом джедаев.
посмотрим. Он отлично приспособился. Защитник Богана? Хм, я думал, это ты. На перегонки? О, держись! Это еще не конец. Ладно, ладно, ты бы все равно выиграл. Наверное.
просканируешь? Впечатляет. Давай глянем. Что такое, Биди? Отлично, незнакомец. Тебе удалось пройти испытание и получить доступ к хранилищу и этой записи, одной из многих, которые бережет дроид. Я мастер Эна Кордова. Мы не знакомы, но мне известна твоя цель. Судьба Ордена Джедаев в твоих руках. Это место, это хранилище. Бывший храм давно угасшей цивилизации Зеффо. Здесь во время медитации на меня снизошло озарение силы, видение конца. И я спрятал в храме джедайский голокрон. С именами и координатами детей галактики, чувствительных к силе. Впереди тебя ждет камера-хранилище и еще одно испытание. Я могу доверить голокрон лишь тому, кто понимает меня и идет тем же путем. Найди же гробницы трех мудрецов и научись видеть таинство силы, как Зеффо видели их. Этот дроид станет ключом к успеху твоего предприятия. Отправляйся на Зеффо. Там ты познаешь мир в эпицентре бури. Удачи, джедай. Да пребудет с тобой сила. Так это с тобой я должен был познакомиться. Знаешь, я очень долго был один. Я жил без цели, прятался. Так жить нельзя. Ни джедаю, ни дроиду. Может, Цера права? Может, хватит прятаться? Эй, а хочешь, познакомлю с моими друзьями? Думаю, я нашел, что ты хотела.
Похоже, так и есть. Мы вас ждем. Надо заняться ранами. Стало лучше. Не двигается. Что Зефы интересовались Датамиром. Странно, что столь мирная раса была увлечена местом, где царит только тьма. Обратный путь должен быть короче. За место. Здесь джедай изучал ту сферу, что наверху. Я чувствую его восторг.
Привет. Что, новый друг? Виду воняет это существо похлеще гриза. Давай!